С новостями к данному часу Вера Захарчук в студии. Здравствуйте. Предприниматели из Кокшетау необоснованно завышали цены на уголь и провоцировали искусственный дефицит этого вида топлива. После жалоб жителей на большие очереди и высокую стоимость местным департаментом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей проведено расследование. По его итогам предприниматели привлечены к административной ответственности. Сразу 5 компаний из Караганды, Петропавловска и Астаны по сговору необоснованно поддерживали высокие розничные цены на уголь. Они выплатят штраф в общей сумме 12 миллионов тенге. Еще более 82 миллионов тенге будет конфисковано в доход государства. Эти компании покупали уголь по дешевой цене и продавали населению, к примеру, одну тонну за 14 тысяч тенге, когда реальная стоимость не должна была превышать 10 тысяч. Жалобы населения в антимонопольный комитет стали основой для проведенного расследования. Краеведы семьи бьют тревогу. В центре города разрушается здание первого казахстанского телеграфа. Сооружение является памятником промышленной архитектуры начала 20 века. Много лет оно находится в заброшенном состоянии. Если в ближайшие годы не заняться его восстановлением, то памятник истории может попросту исчезнуть. С подробностями наш собственный корреспондент в регионе Руслан Шакабаев. Краевед Ольга Исаева об этом памятнике архитектуры знает практически все. В качестве телеграфа здание функционировало до середины 70-х годов. После внутри располагался уникальный музей связи. Сейчас здание в плачевном состоянии. Посмотрите, это здание находится под охраной государства. Ну как его зажали со всех сторон? Ведь так даже не положено. Это многострадальное здание. По той причине, что уже сколько лет ведется борьба за то, чтобы оно снова воспряло и начало работать. Много лет памятник архитектуры пустует. И вот впервые за последние годы, благодаря нашей съемочной группе, краеведы смогли побывать внутри здания бывшего телеграфа. Сооружение находится в аварийном состоянии. В некоторых комнатах уже обвалился потолок. Но, несмотря на это, стены здания находятся в идеальном состоянии. Осмотрели объекты специалисты городского отдела культуры. Как выяснилось, средств на восстановление исторического здания нет. Сейчас оно числится на балансе городского отдела образования. Мы в областную комиссию отправляли несколько предложений по восстановлению здания, но пока ни одно из них не нашло одобрения. Мы также искали спонсоров для восстановления памятника, но никто из предпринимателей не откликнулся. Пока местные власти ищут спонсоров, краеведы бьют тревогу. Здание нужно в ближайшее время восстановить, иначе оно попросту разрушится. Руслан Шакабаев, Медет Умерханов, Берег Жобалайлы, Хабар 24, Семей. Оставшуюся часть недостроенного вантового моста взорвали в Колумбии. Всего в операции по уничтожению конструкции использовали около 200 килограммов взрывчатки, 30 детонаторов и почти 3 километра детонирующего шнура. За его сносом следили 11 экспертов. По их словам, ликвидация прошла по плану. Напомню, вантовый мост должен был соединить трассу между Боготой и Вильявисенсо. Однако 15 января один из его пролетов внезапно обрушился в пропасть. В результате случившегося погибли 9 строителей. В ближайшее время власти Колумбии решат, будут ли они строить на этом месте другой мост. Этот мост, как следует из многочисленных исследований, был очень плохо сконструирован. Рабочие неправильно осуществляли сборку металлоконструкций. Они делали это в обратном направлении от требуемого. Так что при любой добавочной нагрузке мост бы развалился. Свыше 520 политиков погибли в результате нападений в Мексике за время предвыборной кампании. Об этом говорится в докладе аналитической компании «Этилект». Этот период охватывает время с 8 сентября прошлого года до 1 июля 2018. В сам день выборов мексиканские власти зафиксировали 138 нападений. Между тем, по итогам голосования победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступит в должность президента 1 декабря. Обрадор уже пообещал изменить вектор борьбы с преступностью, захлестнувшей латиноамериканскую страну, силового на социальный. Страны
страны Центральноазиатского региона пришли к взаимному согласию по разделению водных ресурсов. Это стало результатом многолетней дипломатической работы. В Алматы представители минсельхозов 10 стран Афганистана, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана уже говорят не о том, кто сколько воды возьмет на свои нужды из трансграничных рек, а как использовать этот драгоценный ресурс экономно и рационально. Региональное совещание собрало лучших экспертов соседних стран. Они делятся опытом внедрения новых способов полива посевов, современных систем учета воды в жилом секторе, методов очистки и повторного использования воды на промышленных предприятиях. Участники считают, что обмен опытом поможет странам Центральной Азии обеспечить растущее население всеми потребностями, наладив взаимодействие между основными потребителями воды. Это сельское хозяйство, производство продовольствия, это промышленность, это наш жилищно-коммунальный комплекс, значит, везде требуется вода. И важно, чтобы не было конкуренции между этими основными потребителями, а важно их взаимодействие и понимание, что нельзя бороться за воду, да, надо рационально использовать водные ресурсы и, в принципе, внедрять водосберегающие технологии и так далее. Более 41 тысячи нарушений правил дорожного движения зафиксировали умные фоторадары в Шымкенте. На территории мегаполиса в автономном режиме работают скоростимеры, перекрестки оборудованы интеллектуальными системами «Интегра». А с недавнего времени на вооружении полицейских появились современные передвижные комплексы «Криспи». Можно ли избежать штрафов, когда на смену людям приходит искусственный интеллект? В своем материале расскажет наш собственный корреспондент Николай Путилин. 41 026 фактов нарушения ПДД. Таков результат работы интеллектуальных систем фиксации за первое полугодие 2018 года. Ветеранами таких систем являются вот эти скоростиметры RedSpeed. Их в мегаполисе начали устанавливать еще в 2007 году. Многие считают, что свое радары отработали, однако статистика показывает обратное. Благодаря этим системам с каждым годом желающих превысить скорость или проехать оживленный перекресток на красный сигнал светофора становится все меньше. Новшеством для городских дорог стала еще одна интеллектуальная система фиксации нарушений. Комплекс «Интегра», или как ее прозвали шымкентские автолюбители, «Кобры», сегодня установлены на 21 перекрестке. Помимо привычного измерения скорости, на вид обычные камеры автоматически записывают нарушения при проезде на запрещающий сигнал светофора, пересечении стоп-линии, выезда машины на встречку или при стоянке в неположенном месте. Все это позволило значительно снизить показатели аварийности и смертности на дорогах. За первое полугодие у нас снижена, в общем, аварийность снижена 18%, пострадавших, погибших на 8%. В том числе на дорогах республиканского значения значительнее имеется снижение аварийности на 42%, погибших на 47%. Кроме этого, по видам ДТП у нас снижено ДТП по вине водитель, который промышленно установлен скоростной режим на 18-20%. Еще одно ноу-хау в системе регистрации правонарушений на дорогах стали передвижные системы «Криспи» и «Ураган». Приборы самостоятельно фиксируют правонарушения. Стереть информацию или договориться по-свойски невозможно. Данные напрямую отправляются в процессинговый центр, после чего в течение нескольких дней нарушитель получает письмо с просьбой оплатить штраф. Бунда кругларный, да, болган дурской. Такие средства, конечно же, нужны. Слышим, что много людей погибает под колесами автомобилей. И хотелось, чтобы водители не нарушали правила при езде. Когда платишь штраф за превышение или проезд на красный, в следующий раз задумываешься, нужно это или нет. Среди водителей бытует такое мнение, что все эти комплексы слишком дорого обходятся государственной казне. И устанавливать их нет смысла. Мол, не окупятся. На этот счет у полицейских свое мнение. По словам стражи порядка, за прошлый год интеллектуальные системы выявили нарушения на 500 000 000 тенге. А за первое полугодие 2018 года в адрес нарушителей были направлены около 30 тысяч предписаний на 227 миллионов тенге. Николай Путилин, Ерболат Абишев, Шымкент, Хабар 24. Исторические и архитектурные памятники Туркестана планируют цифровизировать. Уже сегодня на всех объектах установлены QR-коды, а в ближайшем будущем посмотреть на них можно будет через интернет в режиме онлайн. В прошлом году Туркестан посетили больше 1 000 000 туристов. За 4 месяца этого года уже около 400 тысяч. По прогнозам, в ближайшие несколько лет их число увеличится. Этому будет способствовать реконструкция крепостных сооружений вокруг мавзолея Кожа Ахмета Ясауи, развитие инфраструктуры города и цифровизация памятников. Самые известные
из них – мавзолей Гаухар-Ана, городище Культубе и Сауран. Все это позволит развивать туризм и экономику древнего города, превратить его в настоящую жемчужину на Великом Шелковом пути. В 2017 году Туркестан был культурной столицей тюркского мира. Во время Тюрксой там прошло около 50 культурных мероприятий, симпозиумов, конференций. Теперь увеличится финансирование, будет приток новых инвестиций, придут инновации и новые технологии. В Акмолинской областной библиотеке имени Мағжана Жумабаева состоялась презентация диска с трудами поэта, редкими фотографиями и биографическими данными. Издание доступно самым разным читателям. К примеру, из 28 тысяч кинолюбов, книголюбов около 1000 онлайн-подписчики. На встрече с представителями местной интеллигенции принял участие депутат Мажилиса парламента Ерсултан Бектурганов. Он ознакомился с работой мобильной библиотеки и коворкинг-центра. Меня удивило то, что здесь делается. Уже все книжный фонд переведены на электронный формат. Это дает возможность молодым людям, которые пользуются смартфонами, не вне даже этой библиотеки, изучить, пользоваться теми литературами, которые имеются в этом фонде. На самом деле, большая работа проводится, это по программе «Рухани Жангру». У полицейских Северного Казахстана появился центр психологической разгрузки. Теперь снять стресс стражи порядка могут не только с помощью профессиональных психологов. Сделать это можно самостоятельно, в одиночестве, в кабинете релаксации. Для того, чтобы лучше понять коллег, для людей в погонах проводят тренинги и тимбилдинги. В группах по 20-25 человек. Наблюдать за таким занятием полицейских в игровой форме непривычно, но, по словам психологов, именно такая обстановка помогает лучше сплотиться и работать в команде. Особенно это важно для стражи порядка, которые находятся в эмоциональном напряжении 24 часа в сутки. Мы существуем, психологи, для того, чтобы снять с них это напряжение. Некоторые сотрудники, приходя домой, даже не могут разговаривать с семьями. Настолько вот как бы они вот этой агрессивной средой, ну, подвержены стрессу. Если они раскрепощаются и чувствуют себя спокойнее, уравновешеннее, они показывают другие результаты служебной деятельности. В Кокшетау проходит республиканское спортивное соревнование «Юный спасатель». В нем принимают участие команды почти со всего Казахстана. На базе Кокшетауского технического института комитета по ЧС МВД развернулась упорная борьба за лидерство. Совсем юные будущие спасатели показали себя в условиях аварийно-спасательных работ. В зоне техногенной аварии приняли участие в пожарной эстафете, боролись с огнем и водой, искали пострадавших в труднодоступных помещениях. Марина Смагулова наблюдала за противостоянием. Настоящее профессиональное испытание для ребят. Эти мальчишки мечтают стать спасателями, а значит, вовремя собраться в любой сложной, критической ситуации. Они должны учиться уже сейчас, будучи школьниками. И само участие в таких соревнованиях – это уже смелый и отважный шаг, считают их будущие коллеги. Быстрые ноги, сильные руки, храброе сердце и бесстрашие перед водной и огненной стихиями. Такой портрет спасателя, которому ребята хотят соответствовать. Участники республиканских детско-юношеских соревнований «Юный спасатель» уверены, что вопрос с выбором профессии решен однозначно. Я участвую в этих соревнованиях, чтобы набраться опыта, чтобы учиться новому. И когда подрасту, я хочу стать спасателем. 3 дня состязаний включили в себя цикл сложных заданий. Ребятам нужно было представить свою команду, пройти задания на физическую выносливость и спортивную подготовку. Соответственно, менялись локации по городу, от пожарных частей до побережья озера Капа. Соревнования «Юный спасатель» в этом году проводятся в 7 этапах. Из них 2 этапа являются новыми, внесенными, так как они являются творческими. Особенностью мероприятия этого года является то, что у нас в таком большом расширенном составе это впервые у нас происходит. Раньше мы проводили данные мероприятия на базе полигона «Скальный город» в Алматинской области. Там на соревнованиях участвовали от 3 до 5 команд. В этом году 12 команд. Главной целью является это воспитание у молодежи
любовь к спорту, здоровому образу жизни, значит, приобщение их к пожарно-спасательному спорту, приобщение к профессии спасателя и пожарного. Самых лучших ждут награды от Республиканской федерации пожарных и спасателей. Вадина Смогулова, Анатолий Полянный, Кокшетау, Хабар 24. Молодежный фестиваль «Жан-Жюрегом Астана» прошел под открытым небом столичного Арбата. Креативная молодежь соревновалась в виртуозном исполнении народных кюев, танцев и популярных песен на гитаре. Инициаторами фестиваля, посвященного 20-летию столицы, стали молодежные организации города. Все желающие смогли также посетить выставку изделий ремесленников, спеть караоке и даже сыграть с известным гроссмейстером Дарменом Садвакасовым. Для жителей и гостей столицы выступили и звезды казахстанской эстрады, а завершением фестиваля стала дискотека под открытым небом. Празднование 20-летия не закончилось. Молодежные инициативы всегда находят свою поддержку. И такие нужные, полезные, интересные мероприятия, разноформатные как раз-таки, на улице, в открытом формате, на бесплатной основе, и особенно с государственных бюджетов не потрачено ни одного тенге, но также откликнулись и поддержали данную инициативу звезды казахстанской эстрады. В Стамбуле прошел первый форум талантов тюркских народов. В мероприятии приняли участие в том числе молодые казахстанские артисты из Атырау. Наряду с патриотичными песнями отечественных композиторов были исполнены композиции и о столице Казахстана. Кроме того, артисты устроили театрализованное представление с казахскими традициями и обычаями. Стамбульская публика высоко оценила мастерство молодых талантов. Нашей целью было объединить всех казахских ребят в Турции, показать наши национальные песни, танцы, язык и традиции через искусство. Получение признания высокой оценки было для нас большой мечтой. Я благодарна ее осуществлению. Было очень приятно провести время с детьми, которые пели наши народные песни наряду с зарубежными. Такие культурные программы являются мостом между двумя странами и развивают взаимное согласие и единство. Германия, аккаунт социальной сети Facebook теперь можно унаследовать. Там страничку приравняли к письмам и дневникам, что делает ее наследуемым имуществом. К такому решению суд пришел, разбирая тяжбу, длившуюся несколько лет. Родители девушки, которая погибла под колесами поезда метро, добивались от руководства американской компании доступа к аккаунту их дочери. Они хотели выяснить, не была ли ее смерть самоубийством. Несмотря на отказ юристов Facebook, которые ссылались на защиту личной информации покойных пользователей в равной степени с живыми, суд все-таки принял сторону истцов. Сейчас по правилам Facebook доступ к страничке скончавшегося человека может получить только назначенный еще при жизни хранитель аккаунта. Причем возможности его действий сильно ограничены. Больше интересной информации можно найти на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. Но к данному часу у меня пока все новости. Оставайтесь на нашем канале. Вам хорошего дня.